Добрый вечер! На канале БУК ТВ большие итоговые новости, в студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. Заканчивается предпоследняя, предновогодняя неделя. До Нового года осталось ровно 7 дней. Какими они будут, несомненно, зависит от нас самих. Но если судить по событиям уходящей семидневки, они должны быть потрясающе праздничными. А в сегодняшней программе «Итоги недели» самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. «Брест-Рулит», холдинг «Швабы», госкорпорации «Ростех» и открытое акционерное общество «Брест-Маш» подписали договор о старте совместного производства автомобилей. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжается. Во дворце спорта «Виктория» прошла главная областная елка. 3000 девчонок и мальчишек со всего региона поздравил председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Волшебный праздник для талантливых ребят объединяет людей с добрыми помыслами и щедрой душой. Мэр Бреста и главы администрации провели торжественные встречи с одаренными детьми и учащимися школ, гимназий и лицеев областного центра. В эфире БУК ТВ еженедельная программа «Итоги недели», и мы начинаем. В Беларуси, согласно распоряжению главы государства, активно реализуется программа по импортозамещению, а основным партнером в поиске новых путей сотрудничества в самых разных сферах по-прежнему остается Российская Федерация. Так, в нашем городе состоялась презентация спецтехники дочернего предприятия холдинга «Швабы» госкорпорации «Ростех» на базе открытого акционерного общества «Брест-Маш». Ключевым событием встречи стало подписание договора о старте совместного производства автомобилей. О важности и значимости проекта говорит и присутствие на мероприятии почетных гостей, среди которых заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик, министр промышленности Александр Рогожник, а также председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Людмила Лагодич с подробностями. Россия давно уже не воспринимается как иностранное государство. А вот то, что это ключевой партнер для нашей страны в вопросах импортозамещения, подтверждается цифрами и множеством фактов. Один из удачных примеров – старт совместного проекта дочерней компании российского холдинга «Швабы» и предприятия «Брест-Маш». Это сотрудничество будет способствовать не только созданию новых рабочих мест, но и развитию экономики города и региона в целом. Преград сегодня никаких не существует, и вот реализация этого проекта еще одно как бы реальное решение тех вопросов, которые поставлены перед Российской Федерацией и перед Республикой Беларусь. Понятно, что вот те события, которые развиваются, и те вызовы, которые нам предъявляют недружественные страны, заставляют нас двигаться значительно быстрее, чем мы это делали ранее. И реализация этого проекта как раз и позволяет, используя наработки, компетенции, которые есть в Российской Федерации, реализовать на площадке данного предприятия в Бресте. На производственных мощностях предприятия «Брест-Маш» планируется выпуск специальной автотехники. Более чем 100 ее наименований сегодня успешно производит в Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью «Швабы спецавто». 26 моделей из этой линейки теперь будут собираться в Бресте. Суть проекта в том, составляет, что сейчас на рынке многие компании на рынке России и Беларуси свернули свою деятельность, кто-то ушел вообще. Вот, и на рынке образовался вакуум, который надо заполнить. Сотрудничество с Республикой Беларусь для холдинга «Швабы» является одним из приоритетных направлений. И мы надеемся, что вот, производство именно здесь, да именно на «Брест-Маше», это будет такой удачный старт для нашего дальнейшего еще более всеобъемлющего партнерства. И действительно мы оценили производственные возможности данной площадки и поняли, что они в совокупности с нашими производственными возможностями позволят дать большой синергетический эффект, и, соответственно, мы сможем увеличить в целом объемы производства и линейку. На презентации почетным гостям мероприятия продемонстрировали все достоинства моделей, которые планируется производить на данном этапе. Это автомобили для силовых структур, в том числе патрульные эвакуаторы, спецтехника для социальных и кинологических служб, школьные автобусы. К слову, одни только автомобили для оказания скорой медицинской помощи планируется выпускать в 5 различных модификациях.
А этот автомобиль предназначен для перевозки двух инвалидов-колясочников. Один размещается на переднем пассажирском сиденье, а для второго есть место в салоне автомобиля. В год на предприятии «Брестмаш» рассчитывают выпускать не менее 500 единиц специальной автомобильной техники. Торжественное подписание договора о старте совместного производства стало финальным этапом мероприятия. Время, где мы вершим большой проект. Ну что, господа, свершилось. Ваши аплодисменты. Пожмите друг другу руки. Мы подписали, мы сделали это. Мы на самом начале. У нас великий старт большого проекта. Впереди ожидает большая и плодотворная работа. Планируется, что еще до конца года с конвейера «Брестмаша» сойдут 100 автомобилей нового белорусско-российского проекта. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «БукТВ». Вы смотрите программу «Итоги недели». Продолжаем выпуск. Наверное, нет ни одного школьника, который бы не мечтал попасть на самый масштабный, красочный и яркий предновогодний праздник в Брестском регионе, который проходит в рамках акции «Наши дети». Конечно же, речь идет о губернаторской елке. В прошлом году мероприятие проводили в Беловежской пуще, в самой сказочной резиденции Деда Мороза. На этот раз формат праздника было решено изменить, для того, чтобы его смогли посетить как можно больше мальчишек и девчонок. Новогоднее представление на базе спорткомплекса «Виктория» проходило на протяжении 2 дней. За это время торжество посетили порядка 3000 ребят, каждый из которых получил подарок. Губернаторская елка – самое главное в области. Попасть сюда мечтают все школьники. Но, возможно, это только по специальному приглашению. Его получило в этом году рекордное количество ребят – 3000 школьников, лицеистов и гимназистов. Такое количество гостей не под силу уместить даже огромному спорткомплексу «Виктория». Поэтому мероприятие в этот раз проходило на протяжении 2 дней. Глава области Юрий Шулейко приехал на открытие грандиозного праздника. Поздравил ребят и пожелал им успеха в новом году. Новогоднюю ночь они будут ждать чуда, они будут ждать свершения своих желаний. Да? Они будут загадывать свои самые сокровенные, рассказывать тайны, чтобы это все сбылось. Ну, а я, конечно, хотел бы им в первую очередь пожелать, конечно, здоровья, мира, добра, любви, уважения сегодня к взрослым, к своей стране. И, конечно, в новом году быть только оптимистами, только отличниками и самыми здоровыми детьми нашей страны. За представлением внимательно и восхищенно следили активисты, отличники, победители различных олимпиад и молодежные лидеры со всех уголков Брестской области. Я вообще очень счастлив, что меня пригласили сюда, так как мои заслуги, я понял, что мои заслуги правда ценятся, и то, что я приезжаю, работаю не зря над собой. Я очень рада, что меня сюда пригласили. Мне кажется, меня пригласили сюда, потому что, ну, у нас из класса брали отличников и те, которых, ну, во многих мероприятиях участвуют. Это хорошая мотивация для всех нас, и чтобы мы достигали всех самых лучших вершин. Меня сегодня сюда пригласили, потому что я участвовал в КВН, участвовал в работе над лишайниками, за которую получил места, и активничал в конкурсах школы. Замечательный праздник, то, что губернатор сделал для нас такой замечательный подарок, и я в целом очень рад. Я думаю, меня пригласили, потому что я отлично учусь в мероприятиях, стараюсь всех участвовать. Ребята, желаю вам в новом году счастья и чтобы этот Новый год стал лучше, чем прежний. В большом зрительном зале также ребята из многодетных семей, интернатов и домов семейного типа. Ведь елка проходит в рамках благотворительной акции «Наши дети». А как известно, чужих детей не бывает. Уже много десятилетий существует эта добрая практика, когда мы поздравляем детей по определенным законам, по определенной душой, с большими подарками, с самыми наилучшими пожеланиями. Мы посещаем учреждения образования, здравоохранения,
где есть необходимость в первую очередь прийти к тем детям, которые сегодня нуждаются вот в таком новогоднем мечте, в счастье, чтобы они были здоровы в первую очередь, хорошо учились. Акция «Наши дети» ставит своей целью, конечно, подарить праздничное настроение в преддверии новогодних праздников, конечно, подарить новогодние подарки, которые эти дети точно заслужили своим старательным учебным трудом, своим поведением, своими творческими достижениями и достижениями в учебе. Всего в Брестской области планируется задействовать в акции «Наши дети» свыше 220 тысяч учащихся. Каждому ребенку будет подарен новогодний сюрприз, новогодний подарок от Деда Мороза. Второй день губернаторской елки выдался не менее ярким и насыщенным. Ребят приехал поздравить заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Кравчук. Он отметил, что организаторы мероприятия сделали все, чтобы каждый ребенок стал чуточку счастливее, ощутил себя причастным к новогодней сказке, почувствовал приближение праздника и не ушел без подарка. Впервые принято такое решение, что именно елка от имени председателя Брестского областного исполнительного комитета Юрия Витальевича Шулейко прошла именно в спорткомплексе «Виктория». Почему? Это для того, чтобы максимально смогли вместиться количество деток из разных регионов Брестской области. Наша основная задача руководства области – дойти до каждого ребенка в наших регионах, чтобы каждый ребенок не остался незамеченным, без внимания, обязательно одарен заботой и, самое главное, получил новогодние подарки. Главным подарком для ребят стало удивительное музыкальное шоу-представление. Потрясающая сказка о дружбе, верности, преданности, а также о том, чтобы достичь чего-то, необходимо потрудиться. Выступление было наполнено музыкальными номерами в исполнении известных и любимых творческих коллективов. Представление необычно тем, что задействовано большое количество коллективов, причем это только детские коллективы, играют дети, старшие подростки. Это коллективы и города Бреста, и «Черный лотос», и «Виктори», коллективы областного центра молодежного творчества, «Престиж», «Крыничка», театр-студия «Райок», театр «Сторис». Работает образцовая эстрадная студия «Тарарам», поет песни, задействован даже детский образцовый цирк из Кобрина. Я играю главную героиню Соню. Это маленькая девочка 8-летняя, которая верит в чудеса, как и должно было быть, вот. Которая, ну, пишет письма Деду Морозу и попадает в сказку. Особенно приятно видеть детей в этом зале, потому что это самые благодарные зрители, которые всегда будут поддерживать, хлопать, которым все понравится, которые верят в чудеса, сказку. Удивительное по своим масштабам яркое представление погрузило присутствующих в волшебную сказку. Это для школьников лучший подарок за успехи в учебе, спортивные и творческие достижения, а также хороший стимул в следующем году стараться еще больше, чтобы вновь получить заветное приглашение на губернаторскую елку. В эти прекрасные предновогодние дни, когда зажигаются тысячи разноцветных огней и открываются городские елки, в Бресте существует прекрасная традиция. В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» в горосполкоме и администрациях областного центра чествуют одаренную молодежь. Эти ребята – отличники, спортсмены, активисты, творческие и разносторонние люди, которые являются гордостью своих родителей, наставников и поднимают престиж нашего города, покоряя все новые вершины. Наши съемочные группы побывали на торжественных мероприятиях и запечатлели для вас самые яркие моменты. В Бресте много гимназий, лицеев и школ, в которых учатся тысячи ребят, но только 22 из них удостоены высокой чести быть приглашенными на торжественный прием к мэру города Александру Рогачуку. Эти ребята – будущие программисты, медики, спортсмены, юристы, педагоги и экологи. Это самый ценный капитал Бреста, его золотая молодежь, труженики, которым покорились самые высокие и крутые вершины. Каждый ребенок в чем-то одарен, и задача педагогов, родителей – вот этот Божий дар, который дан человеку, раскрыть. А задача уже молодого человека потом дальше развивать себя. Поэтому, скорее всего, это
как мы говорим, слет победителей этого года. Ребята, которые достигли в этом году больших успехов в учебе, в общественной жизни, в спорте. Уверен, что эта традиция будет жить очень долго. Да, она будет жить всегда, пока существует наш город, когда есть такое отношение со стороны главы нашего государства, в целом местной власти, к нашей молодежи. И вот это ощущение какой-то теплоты на сердце, гордости за нашу молодежь, это тоже итог сегодняшней встречи с этими замечательными, одаренными брестчанами. В адрес ребят прозвучали в этот день слова заслуженных поздравлений, ведь они являются не только гордостью своего учебного заведения, но благодаря их достижениям растет слава и престиж Бреста. Подарочные сертификаты, а также сладости стали приятным дополнением ко всем сказанным словам, но самая главная награда для каждого из них – то, что их заслуги заметили и оценили на таком высоком уровне. Сюда я попала за свою победу в прошлом году на Республиканской олимпиаде по обществоведению. Это было очень волнительно. На самом деле, я, наверное, ставила перед собой такую цель – дойти до конца, то есть набраться как можно больше знаний, чтобы показать максимум, на что я способна. В этом мне очень сильно помог мой руководитель, моя педагог Зелинская Светлана Людвиговна, потому что без нее у меня абсолютно ничего бы не получилось. И это было действительно как сказка, когда я выиграла, когда я поняла, что я могу, я способна на это. Сюда я попал благодаря своему диплому на заключительном этапе по биологии. У меня второй диплом. И в прошлом году у меня в 10 классе был второй диплом, в 9 классе третий. И побывав в прошлом году, такая знаменательная дата была 21 число 21 века 21 года. На таком же мероприятии я как-то посмотрел, что нашу молодежь поддерживают. Мне захотелось достичь еще большего, чтобы попасть сюда еще раз. Самых инициативных, успешных, активных, творческих юношей и девушек в рамках акции «Наши дети» пригласили в эти предновогодние дни и на торжественный прием одаренной молодежи, организованный главой Московского района Андреем Филановичем. По традиции, что у нас эта акция начинается, скажем, со встречи с нашей талантливой одаренной молодежью Московского района. Сегодня как раз здесь, в этом зале, собрали 27 человек. Это победители олимпиад, творческих различных конкурсов, спортивных мероприятий, которые также себя проявили очень значимо в общественной жизни Московского района. И у нас здесь представлены как раз сегодня ученики со всех учреждений образования, медшкол Московского района города Бреста. 27 ребят из школ, лицеев, гимназий Московского района – это самые целеустремленные, умные, трудолюбивые юные брестчане, добившиеся в уходящем году успехов благодаря четко поставленной цели, усердию, лучшим наставникам и родителям, которые в них верили. Я кандидат в мастера спорта по шахматам. У меня есть первые места по областным соревнованиям, районным, также первое за республиканские соревнования. И после них я участвовал на чемпионате мира. Награда – это для меня еще один шаг, доказывающий, что это все не зря и стоит продолжать дальше. Меня наградили за то, что я активистка в школе. Я побеждала многие конкурсы, как и по предметам, и вокальное творчество. Это просто безумно приятно, потому что человек в школе довольно много, но выбрали именно меня, и мне это очень радует. Повод для радости был и у представителей учащейся молодежи Ленинского района Бреста. Уходящий год стал для победителей заключительного этапа Республиканской олимпиады, творческих конкурсов, научно-исследовательских конференций, годом свершений и открытий. Учащиеся 7-11 классов принесли успех не только себе, но и всему Ленинскому району. В этом году у нас 3 диплома на международных олимпиадах, 9 дипломов на заключительном этапе Республиканской олимпиады, 6 дипломов на заключительном этапе научно-практических конференций. 11 наших школьников стали стипендиатами специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке одаренной талантливой молодежи. И, конечно же, в этом зале находятся те дети, которые занимаются, участвуют в творческих конкурсах. Они всегда с трепетом ждут этих встреч. Они горды. У нас, скажем, целый конкурс, отбор для того, чтобы присутствовать на таких мероприятиях. Талантливых ребят, успехи которых уже сейчас видны на самом высоком уровне, поздравил первый заместитель главы администрации Ленинского района Владимир Семенюк. Каждый из них унесет с собой заслуженный подарок, а в сердце надолго останется ощущение, что их достижениями гордятся, в них верят, поддерживают и от души желают новых побед. Одной, наверное, из главных причин, почему я удостоился чести сегодня быть в этом зале, это я участник поезда памяти. Это российско-белорусский культурно-образовательный проект, который был запущен в этом году.
Всего маршрут составил 5911 километров на поезде. Мы посетили наиболее значимые места боевой славы как для нашего государства, так и для Российской Федерации. Хорошо учусь. В основном десятки-девятки, и учителя тоже оценивают мои заслуги. С третьего класса и вот по сегодняшний момент я участвую в различных олимпиадах, преимущественно олимпиада по русскому языку и литературе, доходила до республиканского уровня. Вот, и ну, для меня очень приятно, что мои заслуги вот оценивают на таком высоком уровне. Я надеюсь, что ну, я смогу и дальше как бы оставаться на этом уровне. Желание – это уже немало. Тем более накануне таких волшебных праздников, как Новый год и Рождество. Если есть стимул и упорство в достижении цели, то воплощение мечты в реальность – лишь вопрос времени. Про добрые дела взрослых в канун Нового года и следующий блок нашей программы. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» несет праздник каждому ребенку страны. В ее рамках неравнодушные взрослые поздравляют мальчишек и девчонок, дарят им сказочную атмосферу праздника, душевного тепла и много сладких подарков. По традиции, Брестский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации организовал большой благотворительный утренник для детей с особенностями развития и подвел итоги областной выставки конкурса декоративно-прикладного творчества «Школа моей мечты». Свой волшебный билет на него получили 250 ребят из Бреста и Брестской области. Детей ожидала яркая новогодняя постановка с множеством различных веселых персонажей. На новогоднем торжестве побывала и наша съемочная группа. Анастасия Мелешкевич о творческих детях и не менее творческих родителях и наставниках. Кто-то находится в ожидании чуда, а кто-то дарит его другим. Брестский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также Центр молодежного творчества в очередной раз объединились, чтобы в рамках акции «Наши дети» собрать на новогодние елки особенных ребят со всей Брестской области. Подарить праздник и улыбку, порадовать подарками и услышать звонкий смех. Показать, какие они талантливые, несмотря на ограничения по здоровью. Главная цель областного новогоднего торжества. Это особый праздник, и, конечно, мы очень старались для того, чтобы он действительно получился особенным и запомнился ребятам, которые, преодолевая долгий путь сегодня, ехали со всех уголков нашей Брестщины на областную елку. У нас это получается благодаря нашим друзьям, партнерам, спонсорам, потому что у нас не просто проходит благотворительная новогодняя елка, но мы традиционно в этом году 15-й раз проводим финал выставки декоративно-прикладного творчества детей особенных, особо талантливых ребят, детей, требующих особого внимания и заботы. Акция «Наши дети», которая проводится ежегодно в нашей стране, она охватывает большое количество детей, но самое главное – не оставить без внимания ни одного ребенка, ни здорового, ни больного. Не семьи, которая сегодня живет в достатке, не семьи, которая имеет сегодня более низкие свои доходы. И нам, в нашем государстве, это удается. Дарить ребятам радостные ощущения приближающихся праздников, а также проводить выставку творческих работ, выполненных детьми с особенностями. Это хорошая традиция, которая проходит уже 15-й раз. В этом году наша выставка носит название «Школа моей мечты». Ребята соревнуются. И индивидуальные работы есть, семейные работы. Есть номинация, которая носит необычное название «Школа в нереальных условиях». Почему? Потому что ребята представляют в будущем школу космическую, школу в подводном царстве. Но при оценивании работ мы все-таки отдали предпочтение и определили победителями те работы, где ребята видят школу будущего. Это школа инклюзивная, которая принимает абсолютно всех ребят. Все это еще раз доказывает, что любовь ребят к жизни и способность дарить светлые эмоции другим не имеют границ. Все работы талантливые и выполнены с душой, и каждый из них, безусловно, заслуживает самой высокой награды. Выставка детского творчества впечатляет. Во-первых, эта выставка, можно сказать, юбилейная, она 15-я по счету.
и удивляет еще, с каким мастерством, с какими идеями дети подошли при изготовлении данного материала. Здорово, что 30 работ стали победителями, которые выполняли работы 78 детей. И, конечно, впечатляет, что дети с особенностями психофизического развития настолько талантливы, настолько интересные работы представили на этой выставке, что сегодня с радостью будем вручать им награды заслуженные, а шефы и спонсорские организации подарят еще и подарки этим детям. Безусловно, мастерство и талант ребят поражает, и, конечно же, все это не без поддержки и помощи их родителей, а также учителей и воспитателей, которые помогали мальчишкам и девчонкам в подготовке к конкурсу. И вот такое добро и делает нашу жизнь ярче. А делая кого-то счастливее, мы получаем взамен намного больше. Как хорошо, что есть возможность, когда вот дети, которые какие-то особенности испытывают, вместе с другими встречаются здесь. И как это замечательно, что вместе с родителями, которые их поддерживают, с педагогами, все участвуют в таком хорошем, позитивном мероприятии. И это дает какие-то эмоции, возможность ощущения праздника. Елка, представление, радость, веселье для детей – это замечательно, здорово. Мы стараемся, живем, радуемся жизни, потому что это, ну, это для всех детей радость. Наш город маленький, поэтому, может, не всегда приходится увидеть и получить столько впечатлений, как здесь. А им все интересно, даже дорога для них – это уже было огромное впечатление. Огни, красота вокруг, и они восхищаются всем, поэтому нет, наши дети любят общаться и с обычными детьми, и это как бы очень даже хорошо. Новый год – пора чудес и волшебства, исполнения самых заветных мечтаний. А потому этого дня с нетерпением ждут дети, которые в этот праздник вносят что-то свое. И это всегда исходит от сердца, искренне и по-настоящему. Рисование – это хорошее искусство. Когда я первый раз ездил на экскурсию там в один город, там не помню какой, и тоже, и вот видел то, что рисуют дети. И мне захотелось. Вот и начал рисовать. Доску сделал, потом нарисовал такие, потом начал выжигать понемножку. У меня понемножку, ну, получилось. Нам больше всего здесь нравится большая елочка. Мне тоже это нравится. Я бы хотел робота, который превращается в самолет. С наступающими праздниками Рождества и Нового года Наталья Калиновская и Валентина Пух поздравили ребятишек, их родителей и педагогов. За победу и участие в конкурсе вручили всем заслуженные подарки. Управление по образованию Брестского облсполкома награждает Стасюка Павла и Стасюк Светлану Николаевну в номинации «Семейная работа». Это Пинский районный ЦКРФ. А далее всех ждала яркая новогодняя развлекательная программа, хороводы вокруг елки и, конечно же, театрализованное представление «Дед Мороз и чемодан в клетку». Пусть продолжаются такие добрые дела, как республиканский благотворительный проект «Наши дети». Ведь каждый из ребят нуждается во внимании и заботе, верит в новогодние чудеса и ждет праздник. Еще 27 лет назад в нашей стране появилась самая добрая новогодняя республиканская благотворительная акция «Наши дети». С тех пор каждый год накануне зимних праздников представители органов власти и бизнеса, а вместе с ними и все неравнодушные люди участвуют в настоящем марафоне добра. На этот раз поделиться своим теплом с ребятами из домов семейного типа, поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством приехал глава администрации Московского района Бреста Андрей Филанович. О том, как прошел и какие впечатления оставил праздник в детском квартале Новоснецова, расскажет сюжет нашего выпуска. Почти три десятилетия благодаря республиканской благотворительной акции «Наши дети» волшебная сказка приходит к одаренным детям, ребятам с инвалидностью, воспитанникам многодетных семей, интернатов и домов семейного типа. Не исключение и ребята из детского квартала Новоснецова. Ведь чтобы порадовать их, подарить частичку тепла и праздника, каждый раз накануне Нового года к ним приезжают неравнодушные люди. Мы верим в чудеса. А когда ты сам надеешься на чудо,
то эти чудеса начинают сбываться. Поэтому есть люди, которые должны немножко приложить своих усилий, чтобы эти чудеса сбывались. И слава Богу, наше руководство, наша администрация готова радовать нас ежегодно. Глава администрации Московского района Андрей Филонович с представителями бизнеса и общественных объединений поздравляют ребят. Привозят с собой много подарков и сладостей. А школьники из Бреста готовят для детишек праздничную программу. У нас в республике с 15 декабря уже проходит акция «Наши дети». Это, наверное, акция, которая нужно как раз дойти к таким детям, которые немножко были обделены судьбой. И по сложившейся доброй традиции, в канун тоже Нового года, администрация Московского района совместно, скажем, со спонсорами приезжает сюда, в детский квартал Новоснецово, для того, чтобы деток также поздравить с наступающим Новым годом, подарить, вручить, вызвать на какой-то роли Деда Мороза, подарить им подарки, в том числе новогодние, конфеты. И, конечно, всегда мы желаем, чтобы все их не самые заветные желания и планы сбылись. В ожидании новогодних и рождественских праздников всегда хочется верить в лучшее. Поэтому кто-то находится в предвкушении чуда, а кто-то дарит его другим. 35 детишек, которые проживают с родителями-воспитателями в домах семейного типа, получили в этот день много позитива и ощущения приближающегося праздника. А в каждой из 5 домов был куплен новый пылесос. Сейчас к нам приходит очень много добрых людей, помогают нам, дарят подарки, вот, от лица наших домов, вот, нам очень приятно и огромное им спасибо. Праздник сегодня устроили нам очень хороший. А ты очень грустная. Да не, не грустная. Давай поехали. Праздник сегодня устроили очень хороший, мне все понравилось, потанцевали, повеселились. Нам подарили сладкие подарки. Добро делает нашу жизнь ярче, а делая кого-то счастливее, мы получаем взамен намного больше. Пусть продолжаются такие добрые акции, ведь чужих детей не бывает. И каждый ребенок нуждается в нашем внимании и заботе, верит в новогодние чудеса и ждет праздник. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович. Итоги недели. Верой в чудо и сказку наполнено предновогоднее и рождественское время. Для трех художниц из Кобрина таким светом и чудом стало изобразительное искусство. Именно оно объединяет работы таких разных по манере исполнения художниц в едином выставочном пространстве. Декоративные и звучные по цвету батики Светланы Волосюк, живописные полотна Натальи Скарги, живопись и скульптуру Валентины Шахалевич. Все это можно было увидеть на открытии выставки под названием «Трихариты из Кобрина», которая была представлена в выставочном зале на Советской. О том, как прошло мероприятие, сколько работ представлено, в сюжете Анастасии Мелешкевич. В выставочном зале на Советской открылась выставка художественных полотен «Три хариты из Кобрина». Хариты в древнегреческой мифологии – три богини веселья и радости жизни, олицетворение изящества. Именно на этом и опирались организаторы выставки, на которой можно было познакомиться с эпатажными и ностальгическими перформансами Валентины Шахалевич, живыми, душистыми, натюрмортами Натальи Скарги, разноплановыми композициями Светланы Волосюк. Разных по манере художниц из Кобрина объединила не только единое пространство, но и любовь к творчеству, умение его правильно подать и завоевать своего зрителя даже за рубежом. Мне приятно и волнительно, конечно, открывать эту выставку, курировать ее. Девчат, которые художник, которые участвуют также со мной в этой выставке, я знаю их давно, с юности, я следила за становлением их творчество. Мы по жизни танцуем. Вот они в искусстве танцуют, как эти две танцующие девушки, которые изображены на капители нашей афиши. Декоративные, звучные по цвету батики и экспрессивные по манере исполнения живописной работы Светланы Волосюк объединены темой «Снежной думы» и «Колядного представления». Светлана Михайловна ищет образы и их суть в людях, природе, книгах, музыке и во всем, что ее окружает. Я рисовала всегда, поэтому я к этому не приходила, я с этим родилась.
картинах передаешь что-то свое, может быть, иногда что-то личное, что-то сокровенное, либо свои какие-то мысли, конечно, их страшно представлять на суд людей. Выставка для художника – это как бы своего рода такое событие, потому что это возможность выйти за рамки своей мастерской и себя, и увидеть себя со стороны, поэтому это для художника нужно и полезно. Феерии красок восхитили и живописные полотна Натальи Скарги. От ее работы становится как-то по-особенному тепло и уютно в холодную зимнюю пору. На некоторых работах художницы краски иногда плывут, как будто их размыло дождем или слезами. На других картинное полотно пронизывает потоки солнца или прикрывает вечерняя тень. Современные художественные произведения напоминают о классиках в живописи, которые как-то попали в наше время и написали наших современников. Я начала, можно сказать, с самого детства и до сих пор никак не могу остановиться. Все рисую и рисую. Нравится, наверное, потому что очень. На этой выставке у меня 15 работ всего разных годов исполнения. Ну, натюрморты, цветы, фрукты. Живопись – это мое любимое занятие. Мне как бы несложно, удовольствие, пишу в удовольствие. После просмотра всех работ можно с уверенностью сказать, эти художницы Хариты – служительницы искусства. Их картины магически манили взгляды присутствующих. Мне очень нравится искусство. Недавно я узнала о том, что в нашем ОКЦ пройдет выставка «Три Хариты из Кобрина». Решила прийти, и мне очень сильно понравилась эта выставка. Она очень интересная, разнообразная. У трех художниц свое видение мира, своя техника написания картин. Они очень ярко, интересно рисуют, поэтому меня выставка очень впечатлила. Три разных автора, три разных женских руки в совершенно разных манере. В совершенно разной манере, от батика до живописных работ. Это женский мир, это женское видение мира, от наивного видения до абсолютно профессионального искусства. Поэтому такое женское многообразие трех авторов из Кобрина зрителя привлекает. Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович специально для программы «Итоги недели». Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал БукТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Ирина Левчук, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю добрых новостей в ваших домах.